Житель Алтайского края прыгнул в море в Анапе и сломал шею. ЧП произошло вечером 9 сентября. Сообщается, что мужчина решил нырнуть с пирса центрального пляжа. Он ударился головой о дно на мелководье. Медики, прибывшие на место инцидента, поставили пострадавшему диагноз – закрытый перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга. Также 9 сентября в Витязево произошла трагедия с отдыхающим, прибывшим из республики Коми. Мужчина утонул во время плавания. Как стало известно, на станции скорой медицинской помощи Анапы подтвердили смерть 40-летнего мужчины, приехавшего в отпуск из Коми. Тело утонувшего выловили неподалеку от пляжной линии санатория «Кубанская Нива» поселка Витязево. Подробности случившегося будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.